Представляем участников соревнований категории 69 килограммов. Номер один. Соловьев Никита, город Клин. Номер два. Железнов Дмитрий, Электрогорск. Номер три. Яшкин Василий, Видное. Номер четыре. Лебедев Рустам, Подольск. Номер пять. Гиндакинов Андрей, Коломна. Номер шесть. Кондратов Юрий, Людовцев. Номер семь. Челышев Дмитрий, Электрогорск. И номер 8. Рожин Владислав, Подольск. Участники представлены. 10 минут на разминку дается. Электрогорск. Установить на старту 75 килограмм. 50. Установить на основу 76 килограмм. На основе 76 килограмм Железов Дмитрий, второй подход. На серии 7 готовится Яшкин.
взгляд, остановил на самом деле 77 килограмм. Я остановил второй подход. На 78 готовится Железнов.
Без готов, хвалю, сюда прям подход, 83 килограмма. На 85 я буду вынуть челку. На 86 готовится челка.
Нельзя. Установить на штангу 88 килограмм. На 90 готовится рожа. Я всем сказал.
установить на самом 94 килограмма. Медный хруста, второй подход. Yeah.
105 автобус на их. Лес готов. Кондрашов Юрий, город Рыбовск, второй подход, 105. Лебедев готовится. Лебедев Рустам, третий подход. Установить на штангу 108 килограмм. Вес готов, Кондрашов Юрий, третий подход. Перерыв будет 10 минут между рывком и толчком. Установить на штангу 110 килограмм. Вес готов, Кондрашов. Начинаем с одной толстой дыхательной насадки, вес 95 килограмм. Первый называется «Розовый манифлаг». На 100 готовится соловей. Стоит на штангу 100 килограмм. Еще
достаточно ясно. На 100 готовится рубль. Вставай, вставай, вставай! 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 Вставай!
Верхний зад. Рожин Владислав. Третий подход. Ставить на штангу 107 килограмм. Соловьев Никита от третьей попытки отказался. На 108 будет готовиться Яшин и Евдокимов. Вес готов. Железов Никита Николай Басков. Яшин Василий, второй подход. Готовится Евдокимов. На 110 Севушев. Конца, Вася, конца!
Усмотреть достану 110 килограмм. Первым будет виден Севышев, за ним Жирнов. Подход Железнов Дмитрий, 110 килограмм, город Электрогорск. Thank you.
Саида Хаба 115 килограмм. Вес готов, Челышев Дмитрий, 117, второй подход, город Александров. Смотрите на статус 116 килограмм. К третьему подходу приглашается Челышев Андрей. На 120 готовится Кондрашов. Установить на ставку 119 килограмм. Вес готов, Челышев Дмитрий, весь подход. Продолжение следует...
Вес готов. Кондрасов Юрий, первый подход. Вес готов. Второй подход подойдет Леди Хрусталь. Готовится Кондрасов. Конца тащи, держи поясницу.
Кондрашов Юрий, третий подход. Представитель килограмм остатков, установите. До 31 на остатков. Кондрашов Юрий, третий подход. Готовьте меню. Награждаются чемпионы призеры третьего потока вес категории 59 килограмм. Награждение проводит Владимир Иванович Цуев, двукратный чемпион мира среди ветеранов. Город Подольск. Третье место с суммой 206 килограммов занимает Челса Дмитрий, город Электрогорск. Второе место с результатом 231 килограмм Кондрашов Юрий, город Люберцы. И первое место с результатом 240 килограмм Лебедев Рустам, город Подольск. Также награждается тренер победителя Мартынов Михаил Юрьевич.
Участник свободно.